я оказался здесь у вас, в Ярославле, впервые в вашем городе. И очень рад, что наша выставка приехала к вам. И не просто именно здесь, в планетарии, который, насколько я знаю, совсем недавно был построен, именно к тысячелетию. Да? Почему мне еще приятно, что эта выставка оказалась у вас? Потому что на данный момент данная выставка «Откуда приходит время» проехала более 100 городов. Эта выставка проходила в Праге, в Швеции, в Финляндии. Она была, сейчас еще скажу где, Украина, Белоруссия. И сегодня впервые проводится у вас. На ледоколе Юмал. Это огромное сооружение, огромный ледокол. И в момент старта нас провожало вот такое небо в Мурманске. Даже те, кто часто бывает в этих широтах, в этом городе, в этом порту, сказали, что это редкое такое явление, редкий закат. Но вот в момент старта экспедиции как раз было такое прекрасное небо. И затем на следующий день мы уже были в Баренцевом море, где через, вот здесь как раз дата записана, 28 августа мы были уже вот в этой точке, почти треть Баренцевого моря прошли. И 29 августа мы подошли к архипелагу Земля Франциус. Наша задача была оказаться на Северном полюсе 1 сентября. Вот особенность этой экспедиции была еще в том, что подобные экспедиции на ледоколе Ямал, вот на таких ледоколах, это была первая российская экспедиция.